Я приветствую всех наших радиослушателей. Вы слушаете и смотрите радио 106.5. В студии работает Ильяна Хачатурян. Сегодня у нас в гостях политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян. Здравствуйте. Добрый день. Господин Искандарян, сегодня мы, с вашего позволения, затронем несколько щекотливую тему, просто потому что в Армении очень принято на эту тему говорить, обсуждать, писать, угрожать иногда. Бывает же, угрожают, что вот я уеду из страны, если что. Mm-hmm. Вот вопрос о том, приехать, жить в Армению или уехать. Из наших предыдущих разговоров я помню, что вы родились в Баку, потом какое-то время, долгое время жили в России, и в 90-е годы, если я не ошибаюсь, когда в основном люди из Армении уезжали. Вы приехали в Армению. Почему? Ну, во-первых, ошибаетесь, это был 2002, 30 марта, как сейчас помню, это был почти ровно, да, вот сколько, сейчас 22 года, значит, 22 года назад практически точно, да, это был пасхальный сочельник. Я, правда, очень хорошо помню, но это, в общем, наверное, один из самых важных дней моей жизни, в одном из, если не самом важном решении, которое я принял. Ну, может быть, одном из. А почему я приехал? Ну да. Потому что хотел. Потому что для меня, во-первых, было важно, ну, например, для меня было важно, кем вырастут мои дети. Дети были тогда небольшие еще, дочери было 7, сыну было 11, они были подростки совсем. И так как я в том числе и в профессиональной сфере, я ведь занимался миграциями, часть своей профессиональной биографии, то я, в общем, довольно четко понимал, что если этого не произойдет, если я не перееду в Армению, то мои дети вырастут либо русскими людьми, либо такими, как какая-то есть идентичность в Москве, которая называется кавказцы, что-то в таком духе. Что есть еще третий вариант, это ашхара-кагакаци в Армении. Это можно назвать русскими людьми, потому что в их поколении, в их социуме, это, скорее всего, примерно так и было бы. Таким можно вырасти и здесь. Да? Ну да. Для того, чтобы сделать по-другому, либо надо было чудовищные совершенно усилия предпринимать, а я их ведь предпринимать, в общем, не мог. Ладно бы, если бы я был и из Армении родом, очень многие люди, которые в Армению приехали, они, так сказать, возвратились, они, ну, там, в детстве увезли, что-то такое. А у меня этого не было, у меня не было, например, языка. Баку, я там родился, технически я, конечно, бакинец, но бакинской идентичности у меня нет и, в общем, не было. Никогда, я бы сказал. Состоялся я, в общем, всякое, и как человек, и профессионально состоялся в Москве. То есть в этом смысле я москвич был и ощущал себя, в общем, таковым, да. И, ну, вот знание языка, ну, я водил детей на какие-то курсы, которые были тогда в Москве армянского языка, но, в общем, не сказать, чтобы они были очень хорошие, так между нами девочками говоря. Дома поддерживать это мне было сложно. Я, конечно же, я довольно неплохо, как это, самообразован в смысле армянской истории, литературы и так далее. Я перечитал много чего, но я это много чего перечитал от Сарковага до, я не знаю, до Матевосяна, но все это я перечитал на других языках. Я по-армянски до сих пор читаю как второклассник. Мне
трудно. Я могу, но если уж... Да, но говорите хорошо. Вот это к тем, кто в комментариях пишет, почему вы язык не знаете. Вот Александр Искандарян знает армянский, но профессиональный язык ваш, насколько я понимаю, русский. Нет, конечно, я не выпускаю, не выступаю по-армянски публично. Угу. Когда аудитории закрыты, я выступаю по-армянски тоже, но профессиональный язык, рабочий язык у меня, конечно, не армянский, это английский и русский. Да дело не в этом, но дело в том, что вот передать это детям, мне лично это было бы просто сложно. Да? Тогда у меня набор армянского языка был характерен для стандартных вот этих русскоязычных, армян в смысле русскоязычных из России, а не из Армении, там, ну, вот все эти... Барев, Гонцес, Цаутаре, что-то в таком духе, да. У меня же в этом смысле я тоже не очень типичен, потому что мои предки, ну вот смотрите, да, мои с папиной стороны, прадед мой выходец из Армении, прадед с юга Армении, Сюника, он вышел в Баку для того, чтобы за работой. И это был конец 19 века. Ну да, тогда многие шли в Баку, да, чтобы найти это было, работу. Да, это было так. Уже дед мой был бакинец там и так далее. А прадед был выходец из села в городе Армении. Но я его даже не застал. Деда помню, конечно. С маминой стороны они никогда в нынешней Армении не жили. Они были... из Эрзрума и через Иран, через Решт, почему-то они в Российскую империю. Это после геноцида? Нет, да? Это до геноцидальное было, да. После геноцида из Эрзрума было трудно выбраться. Нет, это было до геноцидальное. Была такая миграция, я это долго пытался выяснить, была такая миграция, которая была в момент, когда развивалась Персидская империя, они привлекали специалистов, а, видимо, Отаманская была несколько более развита в этом смысле, особенно христианские меньшинства. И туда моего тоже, нет, мой прадед младенцем был, то есть вот его прапрадеда, его пригласили в качестве специалиста в этот самый Решт, а потом он уехал оттуда. То есть в семье... практически не было языка. Мой папа говорит до сих пор, дай ему долгих лет жизни, ему 90, но он жив и вполне бодр. И он говорит по-армянски, но на диалекте. Он освоил ереванский армянский, но уже во взрослом возрасте. То есть не было языка особо, ну, пищевая культура, конечно, в семье была армянской. Ну и так далее. То есть, вот в этом смысле я понимал, что будет потеря. То есть, это первая причина, дети. Наверное, первая причина – это я сам. Ну да, я насколько понимаю, сохранение идентичности. Сохранение, вы знаете, на самом деле, это ведь очень интересная штука. То, чем я сейчас занимаюсь, называется... self-anthropologist, самоэтнография. Есть такое специальное течение в этнографии. Мне сложно сказать, это сохранение идентичности или это создание идентичности. Потому что я не помню, что в возрасте там, 13, 14, 15 лет, что для меня... этничность имела какое-то большое значение. Она мною понималась, потому что в Баку невозможно было не осознавать свою этничность. Люди делились по этому признаку. Но в какой-то момент я начал этой идентичностью интересоваться, овладевать и так далее. И такого рода явление в Штатах, например, в науке, оно называется ABC сейчас. Очень смешно, да? Это по аналогии с, есть такой термин тоже миграционистики, вначале это было Jewish by choice, евреи по выбору. Имеется в виду те люди, которые не были евреями по своему созданию, а потом, так сказать, возвратились к корням и такие стали. По аналогии с этим есть термин ABC, Armenian by choice. Человек, который стал армянином, будучи из диаспоры, по собственному выбору.
И во мне есть элемент этого. Я чистокровный армянин, если вот примордиально, да, и мама, и папа у меня армянин и армянка. Была мама, мамы нет уже. Но в смысле культурном очень многое было байчойс. Я брал не из семьи, а из книг, из какого-то общения. Я нашел себе круг общения в Москве. Это были ребята-ереванцы, которые учились там, аспиранты всякие. Потом я ездил в Ереван, я как-то вот овладевал. Я хорошо помню те времена, когда я еще не жил, а ездил. Но четко осознал, что я буду жить в Ереване. Я действительно, наверное, в конце 80-х или в середине 80-х, что-то такое. Потом началось вот все то, что началось. Я много ездил по Кавказу, в том числе по Армении. Я ездил на войны, да, все, в том числе на Карабахскую, изучал их. Я много бывал в Ереване, у меня здесь были друзья, были какие-то знакомые, там родственников не было. Родственники здесь оказались, но они оказались после бакинских погромов, когда оставшиеся в Баку родственники моих родителей, мои, они беженцами оказались здесь. И я понял, что я поеду в Ереван с самого начала практически, ну, начало 90-х уж точно. Но в Ереван переехать было трудно. С моей профессией, то есть бросаться головой в опыт я не хотел. Более того, у меня были какие-то предложения. В начале 90-х, в самом начале, мне предлагали какие-то высокие государственные посты, но я отказывался, потому что, ну, какой из меня государственный деятель? Да? Министра мне предлагают какой-то момент. Вот. Но я отказывался, потому что, ну, с одной стороны, я хотел в Армению, с другой стороны, я также занимаюсь своей профессией, и другими профессиями заниматься не собирался, не собираюсь. До сих пор не понимаю, было ли это ошибкой или нет. Если бы я переехал в начале 90-х, ну, может быть, в чем-то было по-другому все. Это было очень долго, и к началу 2000-х я смог привести сюда свою работу. Получилось, это было основание Института Кавказа, 2002 год как раз, мы его основывали втроем. Один из нас был гражданином Швейцарии, другой был гражданином Армении, но потом он стал гражданином Британии, а потом он вернулся обратно в Армению, кстати, прожив и проработав более 10 лет в BBC, это Марк Григорян, который швейцарский, он в Швейцарии сейчас живет и преподает. И вот я из России. Я привез работу. Мы создали это дело, но я привез сюда работу. И это третья, или какой-то по счету, я уже запутался, третья причина того, почему я приехал, потому что, ну, я кавказовед. Кавказоведу жить на Кавказе в этом безумно интересном, динамичном, развивающемся регионе, стране и так далее, ну, просто интересно, а интерес один из основных элементов для меня лично, уж спросили личный вопрос, так терпите, к жизни, да, вот интерес к жизни, к тому, что происходит вокруг, вот стоять и смотреть, как рождается государство, рождается страна, участвовать в этом каким-то образом, да, вот это мне было интересно и важно. В тот самый момент, когда я переезжал в Ереван, у меня на столе лежали два предложения. В России тоже тогда было трудно, на самом деле. Уже начало становиться лучше, но было тяжело, в смысле, материальным, зарплат там и так далее. Ну, уже не так, как в 90-х. Но все равно лучше, чем в Армении. У меня лежало два предложения. Одно в Америку, в университет, в котором я учился до этого, в Вашингтоне. Второе в Данию. Ну, от Америки мне отказаться было очень легко, потому что, ну, я там уже был, ну, прожил какое-то время. Да, в Дании я тоже бывал, но бывал.
От Дании было отказаться трудно, потому что Дания страна очень богатая, и деньги мне предлагали просто немеренные. Зарплата была просто вот. Вы уверены, что вы армия? Я совершенно уверен, да. Слово армянин, оно такое полисемантичное. И вы знаете, если бы можно было поехать туда на год и заработать на какой-нибудь дворец, я бы поехал. Без семьи, конечно. А я бы вытерпел. Но там контракт был на 5 лет, нельзя было меньше, а 5 лет нет. Вот. И вот я приехал сюда. Это такая какая-то комплексная мотивация. Ее много, вот, чисто человеческого. Мне очень комфортно здесь. Я люблю Ереван. Я ереванец уже, могу так говорить про себя, другие, может быть, не могут про меня так говорить, а я могу, да. Я люблю тот тип и стиль общения, который есть в Ереване. Ереван очень теплый город, теплый, и в смысле климата нет, он холодный, на самом деле мог бы быть потеплее. Шучу. Но в смысле вот типа человеческого общения это вот некая для меня комфортная такая среда. С другое дело, что опять же это же все в голове, это же не в какой-то реальности тебя окружающей. Но вот прошло вот эти самые, вот как случайное совпадение, да вот получается, что я говорю во время практически юбилея своего переезда, да, вот эти самые 22 года, и вот они прошли. И я вот по-прежнему боюсь, что уже я сначала думал, что это, я это преодолею, не преодолел. У меня комплекс какой-то, я вот говорю по-русски, публично, по крайней мере, выступая, да, ну, выступая вот в медиа. Но дети мои оба, у них армянский родной, они трилингвы, три языка совершенно одинаковые, да. И они люди, погруженные в армянскую культуру, в том варианте, который есть в Армении, гораздо, гораздо больше, чем я. У них нет, у меня это ведь такое отумственное, да, вот дочитал. Я вообще, моя миграция в Армению началась с того, что я погрузился в армянскую литературу и историю. Я эмигрировал в 5 век сначала. И то, что я, ну, пятый, седьмой, вот где-то там, и то, что я читал тогда, это была вот миграция в это совершенно потрясающее время. А потом я оттуда выдвигался и начал двигаться через Киликию, через Шнурали и так далее. И вот я двигался постепенно вот в современность, а потом переместился физически. А они здесь выросли. Ну да, это я подумала, что я часто говорю, объясняю людям, что у меня русский язык, он выученный по книжкам. У вас получается, что часть идентичности, она выучена по книжкам. Идентичность выученная. Бывает выучена по книжкам, да, но я повторюсь, это вам в этом смысле лучше, легче, не знаю, потому что язык выученный по книжкам, а у меня идентичностью вряд ли у вас были какие-то такого рода проблемы, которые есть у меня и были у меня. Вообще, мне очень давно казалось, вот есть такое течение тоже в антропологии, в котором говорят о том, что вот всякие поля идентичности, наслоение одних идентичностей на других, что это... Ну, развивающая, наверное, это правда, но и какая-то такая очень здоровая вещь. Вот эту, вы назвали ее космополитичной. Мне кажется, наоборот. Мне кажется, что когда у человека одна идентичность, и она четкая, и... Но ему психологически легче в этом плане. Он может овладевать еще десятком других культурных механизмов, понимаете, от того, что я знаю наизусть практически весь Machine Head, это диск The Purple группы, в которую я был влюблен, и до сих пор влюблен, до сегодняшнего дня иногда слушаю, от того, что я обожаю, там, я знаю, Германа Гессе, тоже многие куски, правда, наизусть знаю из некоторых его произведений,
Совершенно это не значит, что у меня появляется от этого английская или немецкая идентичность. Это разные вещи. Но у меня есть в базисе проблемные куски. А у тех людей, которые родились и выросли в той стране, которую они считают своей, этого нет. У них есть культурный базис, на который они наращивают что-то другое. Да, но вот насчет проблемных кусков... Мне кажется, иногда это плюс. Сейчас объясню, почему. Вот вы сказали, что вот вы приехали в Армению, тут было интересно, потому что новая страна зарождается, это все за всем этим наблюдать и изучать интересно. И мне в голову пришел разговор с одним парнем, он был из Ливана, армянин. Он был специалист по водным ресурсам. С языком у него проблем не было. Мы знаем, что ливанские армяне, они считают, что у нас есть проблема. Потому что мы же используем какие-то русские слова, а они на чистом армянском говорят. По сравнению с... Они так считают. Вот. Но его заинтересовало, что он говорит, я приехал сюда, я говорю, вот из-за патриотизма. Он говорит, нет, я увидел Севан. Подумал, господи, сколько же тут работать надо. Какая интересная штука. И вот я приехал сюда, и он рассказывал, он смотрел на проблемы под другим углом. Что мы изнутри очень часто не видим. Ну, конечно. Вот я насчет того, что вот очень часто армяне, которые приезжают в Армению не отсюда, очень, может быть, с какими-то... трещинами в идентичности. Они видят страну по-другому, это на самом деле ресурс. Не только те, кто приезжают. Да, конечно. Я, кстати, да, вот, во-первых, я думаю, что такое патриотизм. Yeah. Очень часто, мне часто это говорят, что вот вы приехали в Армению. Во-первых, стандартный армянский язык, зачем вы это сделали? Да, это, кстати, очень хороший вопрос. Почему задается этот вопрос? Вот-вот, ну, вернемся, если хотите. Во-вторых, патриотизм, можно, наверное, это в принципе так назвать, потому что патрия – это родина. Родиной я считаю Армению, а не место, где я технически родился. И я люблю жить в Армении, она мне нравится. Но у меня совершенно другой подход к патриотизму, чем такой, который часто бывает, когда воспринимается пребывание в Армении или жизнь в Армении как героизм какой-то. Я приношу жертву. Да нет, мне здесь комфортно. Я переехал в Армению по совершенно эгоистическим соображениям. Это не альтруизм. Мне кажется, что героизм – это жить в Нью-Йорке или в Москве. Жить в Армении, в Ереване – это ужасно комфортно, мне это нравится. И я переехал, потому что это мне нравится, а не потому, что я жертву совершаю и кладу себя на алтарь Родины, ради которой я должен себя умертвить. Конечно, есть вещи здесь, которые мне не нравятся, и конечно, и где-то в других местах. Я много путешествую, много где бывал, там, кое-где жевал, и есть и там тоже какие-то недостатки. Но в общем и целом мне здесь комфортно, я живу здесь, потому что мне комфортно. А почему это так воспринимается? Во время митингов нет местные, когда им что-то не нравится, они говорят, вот мы уедем из страны. Угрожают, о чем я говорила. Это же тоже часть героизма. Вот мы остаемся, а можем уехать. Это, во-первых, во-первых, из-за того информационного накала, который есть, в том числе в медиа, там где угодно, есть на протяжении поколений уже. Люди рождаются в этом и проживают всю жизнь. И всю эту жизнь, это, кстати, другая сторона медали, не о тех, кто приехал, а о тех, кто уехал. Говорят, что есть какие-то страны, в которых благополучно, приятно, там, я не знаю, хорошо и так далее. Есть будущее, вот, а пока как будущее, в этих странах? И непонятно иногда, что имеется в виду. Там, там какие-то люди мне приходят и говорят, совсем недавно, вот, приведу пример, извиняюсь, хороший, очень вкусный. Я редко сажусь в такси, у меня есть автомобиль.
Ну вот совсем недавно, пару дней назад, я ехал на автомобиле, на такси, и мы стояли в пробке, ну, как вот в Ереване обычно, стояли в пробке, водитель очень ругался, очень ему, естественно, это не нравилось. И я говорю, ну, что поделаешь, ну, вот все в пробках, надо либо... Я с точки зрения живого автомобилиста, да, надо либо жить в центре, в самом, и везде ходить пешком, и вообще не иметь машину. Мой сын, например, так делает. Да, он живет в центре, ходит пешком, и машину не покупает, потом он имеет возможность купить машину, не покупает, потому что вот не хочет вот этого всего. Либо, ну, приходится стоять в пробках. На что он сказал, или уехать из этой страны. Ну да, этот вариант, он неважно, какая проблема. Я говорю, куда? Да, конечно, вот сейчас я к этому приду. Он сказал, ну, например, в Москву. У меня началась истерика, понимаете? Убежать от пробок в Москву. Убежать от пробок в Москву, это гениально совершенно. Я говорю, да, это как убежать от воздуха, нет? Почему, говорю, в Москву? Он говорит, а я там 2 года, говорит, прожил. Я говорю, а вы там работали? Да, говорит, я водил машину. Я говорю, вы серьезно? Я, например, когда там жил, я машину водить не мог. Я на машине доезжал до метро, бросал эту машину в метро. Я в паре остановок от метро жил. И ехал до метро, потому что там невозможно водить машину. Он говорит, да, но там есть, как у канона сказал, порядок, закон. Меня надо было выносить из этой машины уже вместе с ногами и руками. То есть... Важно же вот настроение, а не обоснование. Вот если у человека внутри живет недовольство собой, жизнью своей, тем, как он живет и так далее, то очень простой, чрезвычайно ложный, очень вредный, между прочим, путь, потому что сколько я таких мигрантов видел и в Америке, и в России, и которым плохо. Эмиграция вообще тяжелая вещь. Я вам скажу, у меня есть этот опыт. Я ведь тоже мигрировал. Я приехал, несмотря на то, что у меня вся соломка была подстелена. Я ехал на работу, которая меня ждала. И зарплата, у меня контракт был на 3 года. Я ехал, у меня, я до этого купил квартиру. Все мне говорят, что я сумасшедший. Я в 98-м году в Ереване купил квартиру, потому что я хотел переехать. Мне не было никаких... Причем, когда я купил эту квартиру, я деньги на эту квартиру, ну, на зарплате живу. До последней копейки я занял их, я взял долг. Подвернулась там квартира, я купил ее. У меня была работа. Все-таки Ереван не чужой мне город, я его представлял хорошо. У меня здесь были друзья, и все равно были проблемы. Были проблемы, и вот этот переход, и вот это привыкание к совершенно другому стилю жизни, все это было. А представьте себе людей, которые не так переезжали. Но вот эта идея о том, что можно свои проблемы излечить географией, просто переместившись из пункта А в пункт Б, сделай так, что у тебя проблемы исчезнут. Это ужасная совершенно идея мерить жизнь только деньгами. Деньги важны, я никакой не бессеребренник, я хорошо очень отношусь к деньгам и люблю их, я не знаю, тратить. Но когда люди измеряют свою жизнь только в деньгах, там, куда-то там, куда он поедет, там люди зарабатывают больше. А какой там воздух, какая там пища, какие там люди, то, что ты там чужак и останешься им на всю свою жизнь, это все он не воспринимает, не понимает, не учитывает, меряя все в деньгах. Да? Что будут, в каких школах будут учиться твои дети, каким образом они вырастут, что ты будешь иметь в конечном итоге и так далее. Да? То есть вот это, то, что вот измеряется... деньгами. Интересно тут другое. Но мне интересно. Тут-то мне кажется понятно. Очень часто эти люди, когда речь идет о Западе, да и когда о России тоже, люди не понимают, куда они едут. Сколько да, у меня такого есть было? Да нам Канада редко соврет.
Поеду изучу, я слышал эту фразу. Пойду изучу канадский язык, а что, собственно говоря, там есть, да? Едут люди, ведь они вот точно прыгают, как в омут. Они находят, кто-то им говорит, что в Канаде все прекрасно, и они едут в Канаду, ни разу там не побывав, не увидев места, куда ты принимаешь чрезвычайно важное решение в своей жизни, и едешь в какое-то совершенно другое общество, не понимаешь, куда, что ты делаешь. И это распространенная такая штука, очень распространенная во многих постсоветских странах. Есть какие-то образы, есть какие-то страны, которые обладают хорошим образом. Да, Норвегия почему-то. Ну да, есть страна, есть бренд. Есть бренд, да. Израиль, он очень удачный. Вот да. Сейчас попробуйте, да. Угу. Кстати, Украина, люди ездили в Украину, Россия. Угу. Вот там все. Белоруссия, ну и так далее. И люди, вот эта идея спрашивать у человека не почему ты уехал, а почему ты не уехал. Да. Эта вещь такая характерная. Почему ты вернулся, почему ты не вернулся. Она тут уже не из личного опыта скажу, у нас как-то перемешивается все. Это много в каких странах было. Вот это я это называю яичизм, Эркири Эркиричи. Страна не есть страна в переводе на русский, по-армении очень распространенное выражение. И по-русски это называется «пора валить». Есть такая формулировка, да. Это вот так было во многих странах. Например, в Швеции, знаете, с конца 19 века до 29 года, до кризиса великого, из Швеции была гигантская миграция. Страна была бедная, и миграция в Америку. Люди, нынешние американцы шведского происхождения, они вот из того времени. Из Швеции была миграция больше, я вот знаю, это надо проверять на самом деле, но скажу все-таки, что из Швеции была тогда миграция больше, чем из Танзании. Вот огромная она была, да. И люди уезжали оттуда. Люди, была миграция, например, в Латинскую Америку. Очень серьезная миграция из стран, в том числе и севера Европы, но в основном юга Европы. Да, из Италии, Испании люди ехали массово в Аргентину, в Бразилию и так далее. Из Японии была миграция. Помните, в Перу был президент Фухимори. Вот он, японец перуанского происхождения. То есть, наоборот, перуанец японского происхождения и так далее. И люди едут за символами. Люди не понимают, на самом деле, куда они едут. Люди перемещаются, потом испытывают большие проблемы. Я изучал это специально. Люди этого очень часто не осознают. И не осознают, когда уезжают, а потом, попадая туда, каким-то образом осваиваются. Иногда страдают, иногда возвращаются. Иногда устраиваются, иногда каким-то образом поднимаются, но очень часто они на это тратят всю свою жизнь, все вот молодые здоровые годы, которые человек, ну вот, развивается, да. Это тяжело, миграция тяжелая штука. И интересно для меня в этом одна штука, которая характерна как раз для Армении. Казалось бы, да, легко же сказать. Плевать я хотел на все ваши ценности, на родину, на горы, скалы, церкви, культуру, язык и так далее. Мне пожрать нужно, поэтому я плюну на это все, не нужно мне быть никаким армянином, и я поеду, не знаю. Есть поговорка «Вортех хац, айнтех кац». Это другая поговорка, на самом деле, она довольно извращенная. Кац в смысле стоишь, останавливаешься. Неважно. Я о другом. Вот так почти никогда не говорят. Это стыдно. Да. Говорят, страна неправильная. Да, всегда есть оправдание, что-то случилось. Мне не нравится это, и то всегда в стране, а не во мне. Я встречал
какую-то даму, которая, помните, у нас были всякие коллизии по поводу открытия Карфура. Я не шучу, это правдивая история. Она говорила, что если в Армении Карфура не откроют, то я уеду. Ну, да-да. Да, вот да, я верю. Виноват Карфур. Виновато правительство. Представляете, да, если бы с каждой страны, когда меняется правительство, половина страны уезжала. Ну, так у нас же сейчас вот это настроение, оно пошло и в правительство. Теперь в основном виноват еще и народ. То есть у нас теперь по обе стороны баррикад виноваты. Правительство как раз является результатом развития вот этого самого яичизма на протяжении 30 с лишним лет. Они же это артикулируют. Ну, они фактически поэтому говорят, что это, Армения, это она не такая, надо из нее сделать что-нибудь другое. Другое, да. Что другое, бог его знает, Эстонию, я не знаю. Причем понимание того, что такое Эстония, тоже ведь нет. Совершенно. И вот это вот сделать из Армении нечто другое, потому что та Армения, которая есть, она неправильная, это результат как раз вот этого процесса. Иначе и не бывает. Нужен бэкграунд, нужен фундамент того, что потом в интеллектуальной жизни рождается. И вот это представление о том, что, что вот там где-то все очень хорошо, оно... Вот еще раз, да, говорю, мне сформулировать хочется самому для себя. Интересно в этом то, что говорить людям легитимно то, что он уезжает, потому что Карфура нет, или потому что дерево срубили, или потому что у власти теперь тот или другой президент или там премьер, а не потому что я плевать на все хотел. Вот это плевать на все хотел, людям неловко говорить. Потому что есть некоторые вещи, традиции вложенные, выросшие в людях, согласно которым, ну, так говорить, даже если ты так думаешь, так говорить не очень ловко, не очень принимается обществом. Я, например, обычно, мне часто люди так говорят, случайно встречные, и я говорю, уезжайте, конечно. Ну, не должен человек жить в одной стране и мечтать жить в другой. Ну зачем, если ты хочешь пить, не надо говорить, что ты хочешь пить, ты попей. Если ты хочешь есть, не надо говорить, что ты хочешь есть, ты поешь. И так далее. Если ты хочешь жить в Кыргызстане, зачем жить в Армении и говорить, что я хочу жить в Кыргызстане? Ну езжай в Кыргызстан. И это людей обычно ошарашивает. Они ждут, что я начну их уговаривать. Они ждут, ведь люди, которые так говорят, это вот, чтобы им сказать, что это нехорошо, что это неправильно, что надо и так далее, и так далее. Терпи. Терпи, да, да. Терпи. Терпи. Ради Родины. А не надо терпеть ради Родины. Родину можно строить, Родину можно создавать. На Родине можно взять свой кусок какой-то и делать свое дело. Иногда ту энергию, которую тратят люди для того, чтобы ассимилироваться в пуэрториканских кварталах Калифорнии или Флориды, если такую энергию они затратят здесь, то они станут... Да, буквально. Я о конкретных случаях говорю. У меня много таких знакомых, друзей. Вы знаете, вот та компашка вот тех самых армянских аспирантов, которые, с которыми я дружил, находясь в Москве. Ну, вот это вот юность, гитары, я не знаю, диспуты, вот это вот все молодых людей. Почти все за пределами Армении сейчас. Вот. Так что это такая вещь, которая... Это revolving doors называется, да, дверь, которая крутится, она открыта и в эту, и в другую сторону. А с одной стороны, я, конечно, знаю о миграции из цифр, я знаю людей, которые мигрировали. С другой стороны, в нашем институте работает девушка, которая из Украины приехала, работает человек, который из Грузии родом. Армяне, да, они все армяне, да, это правда. И тогда работаю вот я,
А нет, есть не армянка тоже, которая из России работает в нашем институте. И так далее. И кстати, тут этничность, конечно, важна, но не всегда. Я уже знаю одного русского человека, который купил здесь квартиру, продав ее в Москве. А это все-таки решение. Русский человек у нас передачу ведет, так что... Иван Семьян. Ваня Семьян, да. Ну, я знаю две семьи, которые собирают, вот продают сейчас эти самые квартиры. А это ведь этому явлению 2 года всего. Ну да. И это вот действительно такая дверь, которая открыта в эти обе стороны. Я, вы знаете, иногда проводили, что в последнее время не было, но иногда проводятся какие-то встречи вот людей, которые приехали из разных стран. И я пару раз ходил на них. Это обычно большие залы, в которых продохнуть нечего. Там негде. Там ливанцы, сирийцы, понятно, много американцы, французы там и так далее. Но и русские есть. Ну, все армяне, я говорю, русские, в смысле страны исхода. Да. И это есть люди, которые уехали и приехали, вернулись уже на каком-то этапе. Есть я... иногда читаю в Славянском университете, и там среди студентов, ну, я не знаю, там очень большое количество людей, которые, студентов, которые дети родителей, уехавших из Армении, а теперь они приехали сюда учиться, и многие из них хотят остаться и так далее. То есть это такая вот нормальная, на самом деле, реальность, в которой люди едут туда и сюда. Я насчет героизма, вот как мы все через эту призму рассматриваем, все, я не знаю, какие-то дела, направленные на построение государства или на то, чтобы жить тут или что-то сделать, тут воспринимается сквозь призму героизма. Несколько дней назад было 145-летие, если я не ошибаюсь, Арама Манукяна, вот, того первого, нынешнего. Нынешний несколько моложе. Несколько моложе, да. Вот. И в воспоминаниях о нем кто-то, вот мы сидели, говорили, прочел, что вот когда он умер, у него не было денег. То есть настолько не было денег, что его нельзя было похоронить. И государство выделило средства на гроб и венок. И все такие, вот каким он был человеком, жертвенным, принес себя в жертву государству. А я как-то подумала, а может, он это так не видел? У него не было денег, потому что ему это не было интересно, то, чем он занимался, я не знаю, там, создание государства или институтов, его это привлекало настолько, что вся его энергия шла просто туда. Он это так не видел. Он не видел, что он чем-то жертвует. Вот я к тому, что настолько вот эта призма героизма, жертвенности, вот жить в своей стране, охватила нас, что мы даже историю через это вот видим. Я ничем не жертвую. Я совершенно не... Ну, некоторыми вещами пожертвовал, когда переехал у меня в Москве. Ну, были друзья. Я приехал, мне за 40 уже было. 43 года мне было. Да. Я... некоторые друзья, они, кстати, почти все уже не в России. Ну, вот профессиональной средой я пожертвовал. Вот это действительно мне жалко до сегодняшнего дня, потому что той профессиональной среды, с продуктом, который я являюсь, и результатом, который я являюсь, те учителя великие, которые у меня были, их здесь нет. Я продукт вот того, что был там. Это, кстати, к разговору. Вы задали вопрос, а я, кажется, не ответил на него, да? Про разных людей, которые приезжают из разных мест и привозят разные. Я в огромной степени, то, что есть во мне, это не индивидуально, а это просто результат того, где я учился, у кого я учился. Среди моих учителей были великие ученые. Великие просто. Вот по первому разряду, да,
А вот вы когда приезжали, у вас было осознание этого и желание вот передать то, что да, вы... Да, конечно, это было моей осознанной целью. И я помню, как я ее для себя формулировал. Я понимал, какова ситуация с этим здесь. Тогда было несколько лучше, потому что еще не ушли старшего поколения ученые. Не политологи, политологов здесь не было. Но из социальных наук, которые еще были, они с тех пор умерли, потому что просто они, потому что были старые. Вот. Но это ощущение у меня было, и я понимал это как задачу. Я помню, что приезжая, я говорил, что если через 20 лет, вот буквально я так это для себя формулировал, будут две пары глаз, которые будут смотреть на меня и понимать, что я говорю, то я буду считать свою жизненную задачу выполненной. Выполнил, есть. Такое, да, как мне кажется. Вот это, конечно, это потеря. Это огромная потеря. Но ты привозишь что-то свое. И не только приехавший из Америки, России или там, я не знаю, Египта. Понятно, что это люди, которые создавали Армению, в том числе от Аветика Исаакяна из Парижа до Гакопа Гакопяна из Египта, там, я не знаю, Табаняна из Петербурга и так далее, да, люди. И в современности эти люди тоже есть, не буду называть фамилии, не хочется, да, не о конкретных людях речь. Но, а что человек, который из Гавара приехал в Ереван, он что, не приносит что-то новое? Или из Еревана в Гавар. Или из Еревана в Гавар. У меня совершенно нет никакого понимания о том, в чем разбирается человек из Апарана или Гавара или Гюмри и так далее. Да? Все приносят что-то. Все привносят что-то свое. Вот сейчас в Ереване, мы этим немножко занимаемся в нашем институте, исследуем это дело, оказались вот эти несчастные люди, результаты эксодуса, исхода из Карабаха, которые оказались здесь, но они тоже принесут что-то. Сирийцы что не принесли? Много чего принесли. Но они уже принесли. Да. Столько женькеров. Столько женькеровцев, да. У нас никогда не было. Никогда не было, да. И так далее. То есть, и это тоже, знаешь, не шутка, ведь от кулинарных, как и, ну, сирийцы, как изменили вот эту вот сферу. Какие-то есть, у меня с волосами не очень хорошо, у меня... Так, кто знал, что такое фалафель, да? Фалафель, я знал. А я не знала, а вы не сирийцы научили. Но у меня нет волос, у меня есть газонокосилка дома, и я иногда себе, значит, башку, значит, подстригаю. У сына моего есть волосы, он ходит стричься в парикмахерскую. Он говорит, рассказывал мне, не могу я туда пойти, что мне там делать? Он говорит, что появились какие-то сирийские парикмахерские, которые в основном сирийские для сирийцев, то есть там и парикмахеры сирийцы, и те, кто приходит. И они туда приходят по утрам бриться, и они бреются с кофе, и как-то там беседуют между собой. И это какой-то особый жанр, который вот привезён в нашем городе. Ну, не было у нас такого, что парикмахерская была как кафе. Жена моя рассказывала, что в женской парикмахерской она однажды столкнулась с каким-то там сирийским обрядом, который она здесь никогда не видела. И так далее. То есть вот каждый что-то приносит. В этом смысле армяне же очень разнообразная нация. Все эти смешные разговоры о том, что у нас моноэтничная страна. Что такое этнос, что такое моно? Страна, в которой есть люди с родным французским, родным английским, родным русским, родным арабским, родным курдским, родным армянским, но таких диалектов, которых я не понимаю вообще от слова совсем иногда, да? И так далее. Кто-то говорит по-армянски, нужен еще переводчик для того, чтобы говорить по-армянски. И так далее. То есть вот эта вот амальгама такая, католики, протестанты, евангелисты, ну, члены Армянской апостольской церкви, члены Русской православной церкви, какие-то кришнуиты, как я, господи, боже мой, вот атеисты? Ну, атеисты, да, понятно. Их тоже. Настоящих атеистов почти нет в мире, между прочим, ну, агностики, давайте так. В общем, вот вся эта амальгама, она приводит к тому, что каждый вклад вносит свой, и рождается то, что мы называем армянской культурой.
ереванской культурой. Вот там, я не знаю, Рубен Хахвердзян, которого в качестве певца и поэта, и барда я очень люблю. Именно в этом качестве я его очень люблю. Он же, ну, он сознательно делает, он об этом говорил, поэтому об этом можно сказать. Он же существует на стыке, на стыке французской бардовской песни и Высоцкого. Ну да. Там иногда прямые кальки видны, которые он гениально перебирает. Что это означает, что он русский или француз? Господь с вами, он творит. Он уже основная часть ереванской культуры. Да, да. Я да. помню, делали журналисты опрос, то есть ты останавливаешь просто человека и говоришь ему, повторите за мной. То есть я что-то говорю, повторите предложение. Са Ереван, и все такие, айстер дутанес. Да, конечно. То есть это уже часть культуры. Да, конечно. И очень много такого. Таманян создавал... Таманян является частью армянской литературы, архитектуры, в том смысле, не в том смысле, что он следовал каким-то образцам, в том тоже, но в том, что он их создавал. И так далее. И это все то, что выносят люди из разных мест, разных культур и так далее. Это вот к вопросу о том, что, с чего вы, можно сказать, начали сохранить или создавать. Вот меня терзают смутные сомнения, что сохранить означает периодически создавать, то есть что-то добавлять. Без этого нельзя сохранять. Очень здорово сказали. Да, да, именно так. А не велосипед, как известно, если остановится, то он упадет. Угу. Да, конечно, сохранять. Понимаете, я, например, очень плохо отношусь к вот этим всяческим общественным движениям, ну, радикальных форм, о том, что город призывом должен... консервировать, вот, да? Что город как музей. Да. Нет, не согласен. Мне может не нравится какое-то нововведение. Я могу очень жалеть о некоторых зданиях, например, которые разрушили. Но превращать культуру в нечто... Во-первых, просто не получится. Не будет так, это невозможно. Во-вторых, это очень обеднит эту культуру. Меня, например, вот, кстати, о языках, скажу о том, что мне не нравится, да, мне ужасно не нравится, было, помните, у нас выражение «одна нация, один язык, одна культура». Почему одна? Как это один язык? А Азнаур – это не часть нашей культуры, а Саят-Нува – это не часть нашей культуры. А Пойди поймешь, книги что он там написаны, говорил, книги написаны, да, книги написаны на религиозные книги, их не очень много, но они на кыпчакском языке. Кыпчакский – это ногайский фактически, это не часть нашей культуры. А армянские храмы в разных частях света, да и в самой Армении, которые явно подвергались влияниям других культур. Какой-нибудь святая Екатерина на Невском проспекте в Петербурге – это не часть нашей культуры. Это многоголосие, эти разные языки, эти разные культурные влияния. Это писатели, которые писали на разных языках, певцы, которые поют или пели на разных языках и так далее. Это все часть довольно богатой культуры, старой и богатой культуры, которая вот все это перелопачивала и делала из нее вот то, что мы сейчас называем армянской культурой. И в науке так. Люди, которые приезжали с разных стран и делали здесь то, что они делали. Вот это все вместе, это про людей, которые приезжают. Люди же, это знают любые миграционисты. Люди возят не предметы, они возят с собой идеи. Культурные артефакты, идеи. Например, я работал в этой сфере, я сказал, кажется, уже я довольно немало сам беседовал с людьми, которые возвращаются. Мигранты, которые из Армении, уехавшие в Россию, в основном в Россию, не в основном, я работал с теми, кто в Россию уехал. Украина была немножко, и возвратились обратно потом. И вот с ними беседуешь. По-разному там все бывало, но стандартный вариант
это армянское село или маленький городок, большой российский город, и возвращение в Ереван. Не в свое село, в Ереван. То есть более-менее успешно, если они там состоялись, они приезжают, покупают квартиру здесь и так далее. И они, говоря о своей миграции, расценивали те культурные элементы, которые они привезли, как культурные элементы российские. Там, я помню, там некая дама говорила, что она, когда жила в Армении, она никогда не носила брюки. А вот теперь она в России увидела, она говорила, вот это очень культурно, она увидела, что в России, ну, культурно это почему-то было. Еще другая была, которая говорила, и мне запомнилось, что чай там пьют, а не кофе, это тоже почему-то было очень культурно. Ну да, если это из центра. Да. Да. И вот она привезла, и теперь она ходит в брюках или пьет чай. Они город-деревня оценивали как Россия и Армения. У них армянский опыт сельский, где брюки не носят или не носили, а российский городской, где брюки носят. И вот это восприятие того, что они привезли откуда-то, чего-то, если бы она переехала в Ереван, она бы тоже брюки, наверное, начала носить, или бы в Ереване брюки носили женщины очень давно, да. Вот это все создает культурные элементы, которые приходят, уходят и так далее. В этом смысле я довольно с большим интересом отношусь к рабизу, к музыке рабиз, которая вбирает в себя элементы от калипсо до какой-нибудь индийской музыки. Ну, кстати, он сейчас становится менее популярным в Армении и перекачивает в Америку. Ну, естественно, да. Очень интересно. Естественно. Нет, в Армении он тоже очень популярен. Он не популярен в интеллигентских разговорах. Он не популярен в том смысле, что интеллигенты делают фи и говорят, что это нехорошо. Это тоже, кстати, очень интересный момент. Я не знаю, сколько что у нас со временем, но я разошелся уже. Для того, чтобы быть членом неких групп, приниматься в некоторых группах, нужно не любить чего-то, а не любить чего-то. Ну да. Нужно не слушать рабиза. Важно то, нужно, что ты считаешь безвкусным. Вот это важно. Да, что ты считаешь вкусным, не важно. Да-да-да. Ты любишь какого-нибудь, я не знаю, Бартока не потому, что ты любишь Бартока, а потому, что Барток – это не рабиз. А рабиз, на самом деле, очень интересное явление. Сложное, калейдоскопическое, вбирающее в себя очень много элементов из разных культур и разных регионов. У греков там, есть что-то похожее, интересно. У итальянцев есть нечто похожее. У Израиль, болгары. Нет, но я не один. Там то же самое все. Но это... А слушайте, ну, вы тексты романсов когда-нибудь видели? Это же ну да, то же самое, то же самое. Да. Сердце мама, сейчас не выдержит, сердце да. Сердце сейчас вот. Не выдержит, ну, тексты. Да, да. И вот это вот все, или там русский блатняк, кстати, и оттуда что-то ну, берется. Ну, это да, сейчас изучается, и вот это вот, насколько это... Изучаются у нас очень мало. Наши музыковеды предпочитают изучать Моцарта с Шопеном. Не-не, я даже не про это, я вообще про блатную культуру и ее внедрение и видоизменение в армянской среде. Вот, очень интересно. И это все тоже привлечение разных культурных элементов. И так далее, то есть это есть везде. И это вот ужасно интересно, потому что это вот именно что приводится людьми, так же, как мы частью своей истории или культуры, или ну вот жизни обыденной можем считать Лос-Анджелес, Марсель или Тифлис, Тбилиси, да, или там, я не знаю, Ростов. В культурном смысле это правда так. Вот они уезжают и в Лос-Анджелесе работают, там денег больше.
в Лос-Анджелесе работают вот эти вот самые певцы, вышедшие отсюда, и ты видишь какие-то ансамбли, в которых и черные выступают, и какие-то латиноамериканцы выступают, и смесь английского и армянского, и смесь разных армянских, и все это везде во всем. И это все результат вот этих вот перемещений, поездок такой разнообразной, такой открытой страны. Окей, мы уже час разговариваем. Да, я понимаю. Вот последние, наверное, 5 минут, но не могу не задать, именно возвращаясь к тому, когда я вас спросила, почему вы приехали, потому что звучат и обратные вопросы. Например, очень близко у меня человеку, он занимается искусственным интеллектом, и поэтому он может найти себе работу везде, да? В Америке местные армяне специально нашли его, говорят: мы пришли, мы узнали, услышали, что ты не хочешь переехать сюда. Мы пришли спросить, почему. Ну, то есть они пришли посмотреть на что-то экзотическое. Почему они спрашивают, почему? Почему у людей возникает этот вопрос? Меня тоже так спрашивают, меня тоже везде ребята приглашают. Я не могу уезжать надолго. Я вот сейчас, ну, например, там... В мае я поеду и поработаю в одном из европейских институтов, но больше, чем на месяц, ну, не могу, просто не получается. Но меня приглашают сюда время от времени, и приглашают, и предлагают, и, ну, в случае, пожалуй, что не армян, таких вопросов не возникает обычно, людям трудно представить, да, потому что я им тоже не задаю вопрос, а почему вы не уезжаете из Парижа? А почему вы в Лондоне живете, а не в Бангладеш? Ну, считается, а что почему? В Париже жить хорошо, в Лондоне жить хорошо, кем, а в Ереване... Кем считается? Вот с парижанами и с лондонцами это не вполне так. Выражение типа «я поеду в Лос-Анджелес, потому что там безопасно», во мне все время взрывает мозг. Лос-Анджелес так сказать не может, потому что более опасных городов, чем Лос-Анджелес, трудно вообще поискать, да, на земном шаре. Кабу, ну и так далее. Афганистан. Я в ответ на это... очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Вы знаете, я изучал в западном Лос-Анджелесе, это называется gang identity, групповая, ну не гангстер, слово гангстер, бандовая, это не банда, гэнг это не банда на самом деле, это другое, шире, да, это некая идентичность региональная, не обязательно быть преступником, чтобы иметь гэнг-идентити, да? Не обязательно быть уголовником, это сложнее все, ну неважно, не буду об этом рассказывать, вы сказали 5 минут, я пытаюсь быстро, и там, я когда это изучал, я там был. Там есть, меня водили так, что это было более-менее безопасно. В драках между разными гэнгами, средний гэнг, вот примерно 5000 человек. Это районы обычно города, это латиноамериканцы. Люди латиноамериканского происхождения тоже разные бывают. Там случаются драки все время между ними, и погибает примерно процент в год. Какой там Карабах? А вы понимаете, да, что такое Лос-Анджелес? Лос-Анджелес – это с пригородами, со всем вокруг, это, ну, примерно 10 Армений, там, ну, хорошо, 7-5. Ну, 5-то это сам Лос-Анджелес, Армении. Какие масштабы? Процент в год. Очень опасно. И так далее. Но вот когда мне этот вопрос задают армяне, а почему? Я всегда говорю занудно, как я люблю. Вопрос неправильно поставлен. Нельзя людей спрашивать, почему ты не уезжаешь из дома. Можно их спрашивать, почему ты уезжаешь из дома. Для того, чтобы человек уехал из дома, должны быть причины. Почему я ты заболел. Любишь свою маму, да? Да, например. Да, почему? Я заболел, мне надо лечиться где-то, я умираю с голода, мне предложили потрясающее что-то, что я не могу, вот это. А так, потому что живу я здесь. Почему я не уезжаю? Живу я здесь, это мой дом.
это мой дом, это, тут мои дети, тут люди, которых я люблю, тут все такое, что мне родное. Почему я должен уезжать? Я могу себе представить. Если, ну не знаю, что, как, если буду в буквальном смысле умирать с голода, или будет какая-то, ну я не знаю, что там придут, могу себе представить, но тогда будет причина, и когда меня спросят, почему ты уезжаешь, я надеюсь, что этого не произойдет никогда. Это будет не Карфур. Это будет не Карфур, нет, нет. А почему ты не уезжаешь, я просто не понимаю, а зачем я должен уезжать? Ну да, это патология дискурса Яркиря Яркирчи. У этого всего есть причины. Это вообще некое патологическое явление. Ну, пройдем, дай бог, выйдем из этого. Но это сейчас, да, очень сильно. Люди понимают тех, кто уезжает, и не понимают тех, кто живет. И поэтому видят в этом какой-то героизм. Поеду в Канаду, канадский язык нетрудно изучить, говорят. Спасибо огромное. На самом деле можно было еще час говорить, но времени у нас больше не осталось. Я нашим радиослушателям и зрителям напоминаю, что вы смотрели и слушали FM 106.5. Сегодня у нас в гостях был политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян. В студии работала Ляна Хачатурян.